Автобусы не новые. 5 лет отслужили в Германии, после чего на родном заводе в Венгрии им сделали капитальный ремонт. Заменили салоны, отреставрировали узлы и механизмы. В результате состояние, повторимся, отличное, а цена в 4 раза ниже цены нового. По 46 тысяч долларов за машину было уплачено Петрозаводской мэрии из средств дорожного фонда. Автобусники рассчитывают, что у нас и карусы прослужат еще лет по 8. Первое испытание, дорогу из Венгрии в Карелию, они уже выдержали вместе с водителями. Мы ехали по территории, где не было даже в магазинах, в принципе, ни еды, ни воды. Это надо отдать должное водителям, которые, в общем-то, выстрадали эти автобусы. Это почти неделя пути и неделя туда. То есть люди спали в мягком автобусе. И сами понимаете, какие условия. Условия, где можно было мыться и бриться, это ручьи, канавы и так далее. Машины прошли 3000 километров. Были незначительные поломки, то есть мелочи. Там где-то трубочка лопнула, где-то там... Единственная крупная самая поломка была, это колесо спустилось. Появление автобусов на улицах Петрозаводска следует ожидать уже 1 ноября. Благодаря чему маршрут номер 4, например, вернется на Октябрьский проспект и продлится аж до площади Гагарина. Некоторые облегчения испытают также маршруты номер 6 и 8.